Как вам Дегтярев? Сработаетесь? Почему вас не позвали на встречу с Шойгу? Ну да, этот вопрос тоже звучал. Ну, начну, наверное, с Врио. Контакт у нас получился достаточно нормальный. Да и, в общем-то, это правильно, потому что исполняющим обязанности нужно находить правильные взаимоотношения с главами. Регион для него новый, неизвестный. Все, конечно же, во многом его работа будет зависеть от того, как мы с ним установим рабочие отношения. То есть много чего пишется в интернете. Я тоже воспринимаю так в шутку и со смехом. Нам с ним работать. Видно, что у него деловой подход. Видно, что он настроен на серьезные изменения. И понимая, какие сейчас ему даны полномочия, мы будем использовать наши с ним взаимоотношения рабочие на полную катушку. И все лишь для того, чтобы у нас в Комсомольске все менялось в лучшую сторону. Думаю, мы в этом смысле с ним сработаемся. И особых проблем не будет, потому что я заметил, что и он человек контактный достаточно. Ну почему меня не позвали на встречу Шойгу? Ну я не обиделся, там были рабочие вопросы, где-то связанные с заказами, то есть они, в общем-то, касаются города опосредованно. Наша задача, чтобы завод был загружен заказами, чтобы люди работали, получали зарплату. Какие-то технические моменты, и, может быть, моменты где-то связанные там, с государственной тайной, я не знаю. Ну, я сильно не обиделся по этому поводу, потому что Михаил Владимирович мне отзвонился с завода, извинился, что не может выбраться в город, потому что дела и нужно в Хабаровск, поэтому никаких особых я здесь проблем не вижу. Если бы какие-то вопросы были там связаны с городом, то обязательно бы нас пригласили, поэтому прошу по этому поводу не переживать. Перестановки в краевом правительстве на вас как-то повлияют? Ну, думаю, особо они на нас не повлияют, потому что нет у нас там каких-то тесных дружеских связей с теми министрами, которые там есть, которые будут уходить, которые будут приходить. Главное, чтобы на этих местах оказывались конструктивные люди, чтобы можно было выстраивать диалог с ними грамотный. Поэтому Врио губернатора пусть ведет свою кадровую работу, а мы уже будем работать со всеми теми, кто будет назначен, и будем искать с ними общий язык.